В общем, господа, смотрите, они там встретили пехотку нашу вражескую, Чарли. Они рассосались, но к нам на берег метка машина, ромбик синяя, туда переправились с ПГшка, по-моему, или ДШКшка, оффроуд. Вот сейчас нашими хамбиками выкатиться и почекать со стрелком, главное, чтобы мог быстро выехать, пострелять и быстро закатиться. Хамик, который сейчас полетел, у тебя стрелок есть? Хорошо. Ну и пехотка, которая не занята грузовиками и хамиками, можете в сторону деревни полезть. Я бы бросил дорогу. Я бы бросил грузовик, у меня пулемет. Попробовал бы там еще дать. Ну, ладно, бросай. Да кому-то отдать его. Да. Ну, двор на всякий живет. Ты сживаешь на грузовике со мной покататься? Нам кольцо выйдет, как я с тобой так катался. Ага. Куда там бежите? Прям на ДШК. Вы не видите, что ли? ДШК добит в эту сторону. Пулеметчик убит. Свой какой? 6. Ребят, ко мне пулеметчиком сядьте, во вторую хамбишку. Там третьего надо еще кого-нибудь, да. А, слили пулеметчика на хамбике, понял. Вы не все машины вылезаете, немножко вылезли, постреляли. Да все, у нас колесо пробито, мы никуда уже не вылезем. Они здесь в кустах. А посмотрите, может у нас кстати, сейчас здесь, посмотрим. Они в кустах. А это ammo track, ясно. Чистить пехотку, вперед продвигайтесь, ДШК, эти наши хамики, ДШК давите, чё? Ну, лучше песен включите, а то сейчас уедете за... Колесо есть, могу выгрузить, принести. Выгружаю. Сейчас просадишь. Так, несу к хамику колесо. У вас одно выбито? Не знаю, я раненый. Прям ты в кустах подошел, я вроде попал, вроде не знаю. А вести огонь-то по врагу можешь? Нет, ну потом, можешь? А, вполне. Давай. Просто домик поломать. Кусты прострелить перед хаммером, они внутри были, прям в кустах. Окей, а где хаммер мид, воткните, еще не добежал его. Нет, хорошая идея. Хаммер больно быстро продвигается вперед. Он в городе ДШК. Скалма бьет. На 280 там бункер какой-то, и оттуда стреляет. Да, ну вижу, что убили. С антенны видишь, что ли? Да. Да, да, да. Вот откуда они нас принесли. Ну туда с ДШК, блин, зарядит. С этого, с М2. А другая там метка машина, которая в городе, че? Да, вон машина на горке, и слева забор заканчивается. ДШК, наблюдая без в городе, на северной стороне, без стрелка, без водителя, по-моему. Они вылезли все. А где наш хамбик находится с выбитым колесом, примерно? На подъезде в полях, Паш, на подъезде к городу, в полях, за лэпочкой. Понял. Стреляйте в УАЗик, который на вышке. Уже. Правее. Уже. Левее. Короче, как идиот, тащу по полю в открытое колесо.
Что там у тебя ранен, Маш? Живой еще? Сами? Ну, мы пытаемся к городу подойти. Нас тут с антенн, с телевизионной вот этой хрени с антеннами давят. ДШК очень хорошо. И не можем высунуться пока что. На противоположном берегу, который. Где метка Listen Post какой-то. Listen Post. Самый северный, противоположная высота. Камбик выбитым колесом. Ты еще живой? Один есть, а на вышке двое. Так, репит живой? Понял. Тихо очень, так не понял. Я так, я в городе, если что, возможно. Ну проверяй потихоньку. ДШК выбил? В смысле, оно тут без этого, без водителя, без всего стоит. А, брошенное? Ну так да. Блин, садись и дави врага на противоположном берегу. Я с кусты простреливайся. Ладно, сейчас я колесо принесу. Да, и... да, хорошо. Ну остальные в город подтягивайтесь, там, кто с ничем не занят. Хамик по вышке отработать может? Точно, у них же миномет есть. Так, а где хамик? Еще один, который был выбит, что-то я его не вижу. Он у нас, мы здесь, как бы, стреляем. Еще раз постреляй, чтобы я по звуку побежал. Или вы уже починили его? Ну у нас одно колесо пробито. А, ну я сейчас вам принесу. А ты где? Может мы к тебе? Я бегу, 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 бегу. На том берегу. Сейчас принял, враг. Попробуем отработать те, кто в ампер. Понял, понял. У них миномет еще где-то оказывается. Загружу. На вышке два УАЗика стоит. Все, загрузил, валите отсюда. Я пытаюсь в город сейчас завести эти, как его, грузовики, МТВ-рки подтащить. Так, в городе.
А где второй хамвик? У нас же два их было. Один в городе, другой на поле. Понял. А почему они работают? Не знаю. Сейчас пойду подскажу. Пусть стреляют по кустам. Стреляют, ты все просто. На деревья там. Уазика стоит до ДШК. Вижу. Один стоит посередине, другой уехал слева. Я предлагаю сейчас всем переправиться быстренько через мост. Тут вроде всех прогнали. Ты имеешь в виду и нашей группе тоже? Сейчас, короче, Хамера от Чарли через мост проедут. Понял. У нас потому что народу уже осталось мало. Мы тут очень много потеряли. Не работает его, и он уже отработанный. Там нет никого. Один уехал. Ты, по-моему, не в тот канал. Живые остались? Да, остались. Что делаем с грузовиками, стоим? Держите этих смотри, чуваков. Смотри, кто там бежит прямо на 12 часов от нас. Бегает кто-то по той стороне. Так, я... Там свои могут свои быть. Могут, там, да. Чарли там Чарли наступает. 213-210. Сейчас посмотрю, подожди. Это Чарли, скорее всего. Вы лучше держите этих чуваков с ДШК на антеннах, которые торчат. Чтобы не могли высунуться ничего. Потому что я сейчас грузовик подтягивать буду. Да-да, там Чарли. То как я один буду два грузовика так тащить? Вот вопрос. Че, зарежешь дробовую? Да. А, на метку Чарли, давайте, все вообще, перекатывайте, грузовики и все. Ну, нам нужно сейчас найти мне водителя будет. Я один остался тут. Грузовиков. Нет, у грузовиков я один остался. Все в основном держат высотку с антеннами. От огня. Там мы тоже держим с той стороны, то есть он может спокойно переезжать, там никого нет. Понял. Сейчас найдем кого-нибудь. Так, кто-нибудь один из города, кто может выйти, мне грузовики, еще один грузовик взять. В общем, мы перекатили оба хаммера, плюс лазить ДШК себе и контролем антенны. Понял. Чарли антенны уже прикрывают. Кто-то может сейчас сойти и мне помочь грузовикам. А я вижу, там кто-то бегает из наших. Тесси, это ты там бегаешь? Да, я тут стою возле них. А, отлично. Там сколько? Два грузовика у нас? У нас три. Давай так, еще давай. Так, кочегар, ты далеко? Ладно, амутраки возьмем, заправщик бросим. Нам, по-моему, нужно амутраки достать. Кто это? Ворон, это может Чарли долбит по тебе. А-а-а, своего что ли застрелил? Паша, ждем, когда ваши грузовики, формируем колонну и башим зайденную зону. Понял, я уставший, иду по полю, сейчас доведу и поеду. Я только не понял, нам надо два грузовика доставить или все три? У нас два амутрака и один заправщик. Я думаю, что надо амуницию доставить.
общем, у нас на одной на нашей метке набрало останется один грузовик, если один сгорит, можно будет вернуться еще один привезти. Вот так сделаем. Он запасным остается. Давай, то есть. Мы выдвинулись. Какой?
да, да, мы упремся в базу пока.